Здравствуйте, вы смотрите гороскоп Зорхай на ТВ. Сегодня суббота, 26 сентября, 10 день по лунному календарю. День успешен для людей, родившихся в год коровы и тигра. Сегодня благоприятен день возведения храмов, поклонения, подношения и молитв. Также сегодня можно работать в поле, сеять, сажать деревья, цветы, устанавливать очаг, брать скот и другое имущество. Благоприятно выполнять работу, связанную с металлом, копать колодец. День неблагоприятен для важных начинаний и массовых мероприятий. Не строят, устраивать праздники, представления. Сегодня переезжать на новое место неблагоприятно, как и отправляться в дорогу. Стрижка волос к радости. И помните, то, во что веришь, становится твоим миром. Покупай в Абсолюте выгодно. Корм для котят Вискас всего за 18,50. Абсолют. Гарант низких цен.